Как подготовилась к Новому году бежится? Традиционные плакаты выставили, нарисованные. Олень. Санями. Аллея картинок. Снегурочка. Мультяшные герои. Танк, кстати, остался. Сколько не пытались его конфисковать, пока стоит. Светящиеся арки, елка. А вокруг елок что-то новое. Светящиеся конструкции. В принципе, красиво. Там что, раньше самолет справа где-то был. Идем сквозь арки светящиеся. Вот она елка. Но вроде вращаться перестала. Там вот самолет видно, светящийся, грубо, видите. Елка не крутится. Но по сравнению с набережной какой-то прогресс бежится. И в парке все гирлянды есть. Бежится вообще хорошо в этом году. Даже на лучшем проспекте Гагарина. Можно похвалить бежится. Там тоже вон сказка, видите. Стрелы, елки. Снеговики новые появились, даже новые конструкции появились. Видите, на гирляндах снеговики повесили. Бежится, можно похвалить. Идем к елочкам, оленям. И матрешки тут появились. Единственное, нет конкурса снеговиков. А так хорошо. То есть бежит, что можно похвалить. А набережную поругать. На набережной как раз конь не валялся. Кроме Эйфелевой башни и нескольких сударышек никого нету. Видите, фотозона какая хорошая. Бежит хорошо. Ой, самолет там еще светится. И сам парк, видите, снеговиков сделал чем-то красивее, чем обычно. Видите, какие снеговики. Вроде немного, а украшает, ручек стало. А вот в парке Пушкина вроде ничего не делать. Сейчас подойдем, посмотрим. А победа без Деда Мороза. Там же Дед Мороз, хоть и пьяный, падал тогда на крыше. Ну, было. А теперь только елка и вторая елка. И памятник проектору, кинематографу. А вот что за кинотеатром, сейчас посмотрим. Раньше там были какие-то детские композиции, их новогодние. А что сейчас, боюсь, что ничего. Про Пушкинский парк забыли. Прошлые годы можно посмотреть, видео были эти различные школьники, делали там новогодние композиции. Елки, часы, цветы, кормушки. В этом году ничего. Ну что ж, вот так. Не готов Пушкинский парк.